Всех приветствую на данном канале, меня зовут Аркадий, и я продолжаю вести рубрику обзоров на различные предметы. Поскольку выпусков этой передачи не наблюдалось уже довольно большое количество времени, я хочу принести свои глубочайшие извинения и заявить, что на создание роликов данной тематики требуется огромное количество времени, сил и креативного материала, который все мы называем «сингулярные молнии», в народе вдохновение. Сегодня на мой стол из множества предметов попала именно однорублевая белорусская монета, серебряного окраса и незатейливого, однако вполне приятного и сдержанного дизайна. Ее стиль напоминает отблески античной культуры во тьме варварского невежества, а светлый облик монеты вынуждает додумывать ей сверхъестественные, я бы даже сказал, божественные свойства. Исходя из проведения многочисленных тестирований, исследований и детального углубления в само естество монет, британским ученым удалось выяснить, что в России и в частности в странах СНГ монеты, или как вы еще любите выражаться, монеточки, живут в среднем от 20 до 30 лет. С учетом инфляции и нестабильности в экономических аспектах, о которых я ни малейшего понятия не имею. Если столь низкий порог жизни не смог стать преградой для реализации себя в качестве эффективного и, главное, интересного продукта, то, возможно, не стоит возлагать все беды за собственные неудачи на жуткое стечение обстоятельств, не то расположение луны на небе или карму. Все в наших руках, дорогие зрители и товарищи, и только мы делаем себя, никто иной. Берегите свои монеты и уважайте их. Они могли пройти через такое, о чем мы даже не подозреваем. Всего доброго!